Если Карина. еще Шлендра ебаная будет играть, нахуй говорю, его будет вообще тоже Да, Брона, топ 110 ничего идет, не наверное, сейчас поменяется. поймаю. 110 нихуя не поменяется, ты это понимаешь? Потому что они по фикшену, их молния, пиздец, все, типа, забудь. Они не дамажат и не будут. Азероныч, а ты в Т10 будешь гонять или в Т4 останешься? Я 2Т4, 2Т10, убийца. Это вообще работает? В Т10 есть смысл переходить, когда целка хэм открывается. Я посмотрю. Я, скорее всего, просто себе два билда сделаю, типа 1110, 1104. А сколько ты ЕП наберешь, интересно? Чтобы это сделать. Там плюс-минус апнутый Т10, ну, 264 и Т4. Одинаковый ДПС. А уже Т10-3, он там побольше будет давать этот стат. Ну и плюс там знаешь, жмякать, я хочу себе по сути, Т10, чтобы, короче, все кнопки с панельки выкинуть и 4 кнопки себе оставить. Там такая баньская ротация начнется, блядь. Я буду почти как Элем. Как раз уебанская ротация для уебанского класса, все правильно. Вот как Элем идет, но он не хочет, он также буду пытку дрочить. Кирилл тут? На месте. Мне в Элем или в Рест? Это что, черепаша? Да. Нет, ты в Рестере остаешься, потому лучше что... Лучше в Рестере. Потому что вот там... А, не, стоп. Да, все правильно будешь. Хотя не, стоп, Альфредес хила спекнется, а ты в Элеме пойдешь. Так. Ну, в 6 хилим? Настя, кто-то запас попал. Слушай, ну, у нас грек еще. Ну, пятая пати хилы, блядь, в чем проблема? Ну, и грек в первом. Что, я уже перенес его, блядь. Володя, нахуй, не деинформируй людей, пожалуйста. Ну во время боев, нахуй, да, таскать людей. Бу-бу-бу-бу. Как пофиксить то, что у меня редарские осколки не реденятся? Чел, я говорю, призайди в игру, ты это сделал? Я написал релоу. Ты долбоеб тупой или что, у тебя мозга не хватает? Видишь, дотка-дотка, бим-бим-бам-бам, блядь. Идиот. Перезайди в игру полностью, это 4. Или исправь персонаж. Потом, правда, после. Да, это жестко, нахуй. Удались. Там ритнем ням умирает, заберите, там это вообще херебин. Хоть ДЦ нормальный будет в каре. Блять, не обижайся, у меня просто негатив идет. Не хочется. А Грек тебе поиску дает? Да господи, сука, нахуй, дайте выйти с фера ебучего, нахуй, пожалуйста, блядь. Так, у меня два мага сидят, МК обмазали, сидят, пивают, дринк. А зачем они это делают? Спроси у них. Так заведено, видимо, в их обществе. Что с этим сделать? Так, давайте по луту погнали, блядь, я там в фере, нахуй, по КД, блядь. Это хуйня надо кому-нибудь? Если что, звезде обмен у тебя. Пау 10. Миша раб, Сергей Бруха. Дальше так, пояс. Снимайте сразу, я танчу. Да, хилю. Рит, поснимай, давай. Там есть кому хилить. Хотя не, Настя пускай снимает, блять, раз есть время еще в ЛС писать там кому-то надо. Пиздец, блядь. Вперед, блядь. Видите, нахуй у меня в голову. У меня нахуй не видно. Как говорится, хоть какой-то импакт будет. Дальше. Щит. Не нравится, блядь, что-то? Поменяй, блядь! Я ж пошутил. Тим, следи, пожалуйста, своими словами, хорошо? Да, раз за 10. Доля, жопу прикрытой держи. Не нажал масс-диспл и не умер. Не, минус 2. Всё, тихо. Бать, Наски ДП раздается. Наверное, за 10 оф дадите, да и давайте получить там ноги танковские. Гарзана ноги. Наверное, 10 оф, я еще раз обмен там дал. Зао тоже обмен. И иглюрли. Мне снимите на пояс. Дальше эту хуйню.
Какой пояс? Кольчужный, что ли? Ага, уже сняли. Окей. Шепард, блядь. Шепард 10. Давай обмен. Дальше. Топорик. Ты не через РВ. В смысле, блядь? Ты в белый. Ну, прими, пать. Ладно. Да чё за хуйня, нахуй? Чё у меня сломался, блядь, этот? Я возьму топорик за 10, кстати. Хуйня какая-то, нахуй. Или наручи. Наручи тебе надо, доли? Нет, не такие же. Мне только штаны нужны. Это хиллсайд. Дальше грудак тайм. Окей, Настя, мне. Дальше. Это надо тебе? Это не надо мне, у меня такой же. Дальше. Донзек, окей, обмен давай. Грудак. Окей, мэрч. Три, два, один, курил обмен, дальше пояс. Три, два, один, донзек обмен. Дальше эта хуйня надо кому-нибудь? Три, два, один, дозерон обмен. Ключевой. Выключи микро, пожалуйста, шипит пиздец у кого-то там. Хисэн. А, черепаш обмен, дальше мощь, неруба, плащ, сила, метка, секрет. Тони 10, 3, 2, 1, той обмен, могильный плащ, 270 сторон. Я вот хочу припомнить, я не вижу, блядь. А вот они. За 20 доли получил, а этот хисер, что ли, забили? Или чё? Не, 50 минут. Ладно, за 10 бы отдали, чё вы. Началось, блин, вообще. Да, отдадут тебе. А он у всех есть, блядь, получается, да? Почти на фото. Да. Понял. Давай кнопку. Тоя, давай, успокойся. Мы тебя там на варе кару провогоним. А давай плащ. Быстро. Ладно. Купили, блядь. Ебать, это дешево продался. Я пошутил место. Следующий за 10 заберу, получается. Это надо. Получается. Ты, кстати, твин охуел вообще ЕП выбивать с мейна моего? А? Боля, там тебя перебили став. Да какой нахуй 1К, блядь? Нахуй не все нужно. Да так просто. На распыл. Кристалл проб. Остался вдали. Хуя. Серый, ты трэш, наверное, тогда потанчишь. Или босс ходишь. Мне все равно. Блядь, хисера, ты не подготовленный, блядь. Где нахуй? Давай, наверное, ты трэш потанчишь. И почему его еще не напялил? Я считаю, несправедливо ЕП выбили с хисерой. Верните ему. Я, блядь, камни и чарки носил нахуй. Блядь, 3 месяца на этот плащ. Надо тойки на ИВК десятку. Глю 23. 2. Гарза 30.
3, 2, 1. Все, гораздо нет. Воин, охотник, шаман, 2 токена. Быстрее, последние 2 шмотки стали. Феникс, я протестую. Верните ее похитили. Короче, 10 на оба. Кто я вор? Все вопросы к кнопке. Во всем виноват. Потери... Потери ЕП. Тебе 2 нужно? Не давай ему просто, чтобы были. 20. Тебе-то не зачем, блядь. Ну... Давай доли за 20. Лёха, я выбил. Паладин, жесть. Выбил 20-ку. Ты давай, вдоль? Не дают. Так, короче, 20 стоя с ними. Так, короче, Тоя, тогда я и Войд будем танчить босса. Я первый начну. Тоя второй, Войд третий. Спейси по Тоя СС. Потом если что, синг дашь СС. Я прожу. Серый на трэше. Так, по кубам сейчас назначу. Так, по кубам у нас получается Спейси крест, синг печенька, Газерона трусы, Ридика полумесяц, Холи Шит ромб. Рыбу хавайте. Так, спекнулся в план добра. Пожалуйста, по пристам каску и интеллект. На, типа, баф, поехали. Ауры поменяйте, паладин. Нахуй мне это воздаяние, конь, скажите, блядь. Спасибо. Огонь, этот, каст и броню. А, нет, стоп, огонь, каст и тьма, все правильно. Я второй забираю, да? Да, ты второй забираешь, ой, третий. Масло, фласки там не забывайте. Если что, за фласками, то во мне Настя. И... Не, подожди. Риду и чувак. Кого закончить? По две раздавали там, сейчас просто. А, ты по две? Ну все, окей. Я по одной давал. Может, не собраться в придачу. ДПМ, пул, схема. 5, 4, 3, 2, 1. Играйте таргетинг-то, не лейте АУЕ своим командам. Да, и не умрёте. Репорт, если ты, блядь, сдохнешь нахуй каким-то сейчас макаром, я тебя, блядь, минусану нахуй. Нормально так. Не послушал, какой куб я нажимаю. Трусы. Кто хочет трусы понажимать? Никто, ты. Звезду больше. Печеньки тоже дохуя хп. Блять, долго бьете? Давайте точечно нахуй быстрее. Дисконт что ли? А, понял, нормально. Может ты тайм туган? Тебя тоже сейчас подвисло? Тебя тоже сейчас подвисло, да? А. На секунду 3 где-то. Сегодня тайм туган не рейди. Быстрее добивайте, блять, метки нахуй. Ромб, печеньку, звезду добили, окей. Там еще один, блядь, целый, нахуй, 2 ляма хп, блядь. Трусы быстро сдалили максимально. 20 секунд до босса. Быстрее в трусы залили. Все, на исходной стали под босса. 8 секунд до пола.
Бля, чё он дёрнул? Ёбаный. Геру? Геру, давайте ПДПС. У нас есть время. Сбился каст. Я заберу. И сейчас Ваня забираю. Ну, под, когда каст Ваня. Забирай. Так, на той СС есть? Чуть не посмотрим. На, есть, окей. Готов все забирать будет. Опять сбился. Нормально. На следующем заберем. А, Гар, запиряешь максимально этих, как его? Нет. Гитаристов я метки буду ставить. Так, бесы вышли. Серый, я готовься нет. ловить. Кубы приготовились, кубы прожали. Хорошо, Настя первый поощряешь. Ромб. Все, отпускайте. Бьем босса, фулл ДПС. Ваня, подводи босс. Готовься, Войт, забирай. 3 секунды, Войт. Забирай. Угу. По этим, по бесам поехали. Настя первая стан даешь, когда скажу. Гарза вторую. Так, мне еще массу забирать не будет. Настя стан. Гарза стан, быстрее. Угу, все отлично. Босс обратно возвращаем. Опять бес. Приготовились кубы, приготовились. Нажали кубы быстрее, кубы прожали. Не, печать нажмите. Все, все отпускайте. Отпускайте кубы. По боссу все играть. Войт, готовься забирать. Забираю. Блять, бес. Мира, иди и грипни беса нахуй туда, в небытие нахуй, чтоб он тут не бегал, блять. Все, подвожу босса. Дали пол УЕ победу. Босс только УЕ. Без, соответственно. Залагало, блядь, опять. Забирай. Блядь, меня даже под прожимку убило, я сука. Рис... Дай БР. А там уже дали. Настя, стан. Окей, мне дали. Ну нахуя ты? А, успех, нормально. С ребав по ДК дайте быстрее. То я прохил. Мне сейчас тебе дать? Не, не надо. Ребаб по ДК, дайте быстрее, ребят, блядь. Ставь босса обратно, пацан. Ваня поздно сагрил, я даже под кровью умер, блядь. Я подлагал. Забирай. Кубы. Кубы прожали, все, отпускайте. К Фиряе по звезде все поехали. Фиряе по звезде играем. Туда рвал. Блять, Войда сложила нахуй. Серьезно, нахуй. Ну, Альфредос, дай БР быстрее. Мирай, грипп и звезду. Следующую. Я заберу. На меня был каст. Не надо, не надо. Пускай на меня, пожалуйста. Забирай. Альфредос, ты где? На меня был каст. Я понял. Альфредос, БР не Вайт Фьюри быстрее, блять. Я умру нахуй. Он написал, что... А, он тебе отдал, короче. Сука. Звезду, грипп. Ёбаный нахуй. Получается вдвоем танчим? Получается, да, блять. Ладно, у меня на этот, у меня на прожимке не будет. Ладно, я бомжей дам подкаст.
Скинулась тебя баф? У тебя есть шива? Я вышел, мне только бафы надо скинуть. Каску пристабаф дайте. На звезде следующая, играйте быстрее. Фаза, ушли, ушли, ушли в крест быстрее, ушли. Да лужу, блядь, проебался, сука. Быстрее в крест, в крест, в крест, в крест. Глю, бабл сакра, глю, бабл сакра быстрее. Лапку нужно обновить. Звезду Настя, главное, пофиряй там. Серый с нами будешь танчить. Я сейчас заберу, я сейчас заберу, я сейчас, блядь, твою слабо. Да, камень есть. Окей, вставай. Синг, дай по Тойо сразу камень. Я уже звезду... дам. Блядь, верните звезду, сука, добейте звезду все быстрее. Блядь. Okay. А рибафните забыл. Вара. Вара, рибафните быстрее. Звезду, сука, сыграйте, добейте, нахуй. Алё, блядь. Тойо сейчас забирает. Готовься. Не надо, блять, в центр, а там лужа, нахуй. Спасибо, Настя. Гоу, в ворота оружие повернул, нет? Давай, лужа пропала, как раз. И следующий воин. Грек, ну, пропагим, я тут там поставлю. Даю. О, блять, ебать, вовремя успел таунтить, сразу залагала потом. Ох. Хороший сервер, конкурс интересный. Блять, не лагала, не лагала, она чего под лаги, сука. Помойка ебана. Как я так, блять, проебался нахуй, блять, с фазой. Ну ладно, повезло, успели добежать себе. Я что тут тоже быстро перевели. Да что ты, блять, так, как-то быстро перевели, я что-то проебался. Он прослакал прям очень сильно. Меня сейчас больно пробьет. Уже там гимноману прочитал. Да, и гимноману, видите, как-то там, или зам у кого-то есть. Толищем гимн. А ты когда не стаунтил, а, кстати, под кровью умер, нахуй. Это пиздец прям вообще. Ну, этого головы не мог забрать. Это, блядь, такое первый раз за все время. Я до этого все время выживал. Когда автоатаку получал и сокрушающий. Там, видимо, крит какой-то был или что, хуй его знает. Или два крита что-то. А да, какие-то зубы дать или сокрушить так. Типа тебе? Давай зубы, зубы, про то я зубы, давай прямо сейчас. 4% ну, да. Кайф. Под зубами. И сокрой, кстати. Ну, зубы после облетели. Вон чуваки, похуй вообще смотреть этому медведю. Да куда там? Ну я прожимки все даю, когда. Один раз дубовую, потом триню, потом хп. Еще сакра. А, не, не надо, нормально. Я тебя избавлю дам на всякий случай. Я шиву, шиву у меня, шо. Ну ладно, шивы так шивы. Избавлю тогда давать не буду. Только нет, а не сорвите агро, а то я желтый уже. Что он там убирал с собой, блин? Ну, вы почти возвращаете. Гранабор маленький. Там уже был. А Серега, серый, пора дам, убирать. Серый дам тебе еще есть баунт сверху. Да. Живи.
Отказывайтесь от лута. Дракона можете сразу ролить. Мешок тоже можете сразу ролить. Ну и сумку Деймана. От шмота и печеньки отказывайтесь. Домирай, забудь ты про этот пояс, блядь. Ну, типа, камон, нахуй. Будешь его убивать так же, блядь, как он падал с тебе, нахуй, с этого, блядь, с ульды, с какого-то собрания, блядь. Кстати, нет, Кирилл, ты же говорил, игру удалишь. Прошла инфа, короче, что забайненные собаки не увеличивают урон волну. А забайненные собаки не увеличивают урон? Да. Ну, от общего коста это. Два бана можно давать, в принципе, тайно. Только надо, чтобы они в бане, блядь, стояли при взрыве, я так понимаю. Ну да. А, ну да, мы в прошлый раз, я, кстати, заметил эту хуйню, нам что-то вроде да, бы... уже раза два-три было так. Да, что типа урон ой, как-то урон не прошел. Хотя я думал, что будет вайп близко к этому. Кстати, Хисара, ты, скорее всего, в субботу будешь этого, блядь, груля танчить. На Фенрире. Если вот тебе придется... А если ему впадло будет, то может я потанчу на Фенрире? Не. Ну ты на Фенрире потанчу, там. Дурачок. Я на нем ни разу не играл. Никита, как дела? Да. Да. Хорошо дела. А каково вообще быть седьмым боссом? Нормально? Ой, даже восьмым, извини. Каково это играть на ФДК? Вопрос? Или на Энхе? Ну да, конечно. Это еще нормально, Доли. Это еще нормально. У входа два хонора. У меня есть фул. Тебе скинуть? А, полученную энергию сейчас. Ой, убейте трэш, я пока по-быстрому вбью. Ну там суммонтись и все дела. Сейчас я приду. Но у тебя очень мало полученной энергии. Чел не понимает. Сера, Доля не понимает. Что? Я скрин не могу это так скинуть. Я с другого дискорда уже буду. Говорит, очень мало, говорит. Говорит, мало. Он, наверное, с мультиком сравнивает, сидит. Ну да, я че ебу, как, блядь, работают ваши ебучие роги. Дами, блядь. От говна. Надеюсь, он продаст когда-нибудь свою ханта и больше в дискорд к нам не зайдет. Дурак? Вообще продаст, просто отдаст. А почему цифры разные? А, ну, наверное, этот еблан не сбрасывал. Когда босс пулился. А у меня посреди босса сбросился. Прикол. Ну, перед тем, как босса начали хуярить, сбросил. Не, я сбросил. Мне без трэш первый. Они природы, походу, пофиксили. Не, ЭБшку баф. ЭБшку идут бафнули. Я в два раза больше нахуярил энергии. Да, мультику все равно НБшку делаешь, и похуй. Да, Ваня, там хилить маны не хоп. Говорят, кстати, если хил, кроме хопала, спят. Как бы, знаешь, когда у тебя 90 плюс маны процентов в основном, там похуй.
Ну хотя если так посмотреть, даже Сануба, то там теперь 15% всего лишь монрез. Отдыхаем. Что урезали? Тебя ну, было да. На первом месте, выше Малатайда, выше щита всегда. Не, ну не всегда. Иногда щит выше, потому что там, если много урона по тебе прилетает, то щит больше намного выхиливает. Просто, может, реже сделали прогды и все. Либо они все же наконец пофиксили. Хотя нет. Вот эту хуйню не пофиксит. Там еще фиксить. Не понимаю, почему они не могут тултипы хотя бы менять при патчах. Типа, ну, урезали они шанс примерно на твоей трассовой. Напишите вы не 20%, напишите 17%, напишите 15%. Чтобы понятно было хоть. Вот что, это тяжелая математика для них начнется, блять, высчитывать. Ты хочешь что не читать, считать не умеют? Что? А что убеют? Деньги могут считать. Они не считать, а ты что? Ты видел, как у шаманов работает символ молнии? На вас кто-то обиделся просто. На вас кто-то обиделся просто. Да. Всякие Мьюри, блядь, которых на ПВП, блядь, ебут в жопу. Они потом их фиксят шаманов, только так в путь. Живешь, что там типа молния должна увеличиться типа урон на 10%. Ну, по итогу, ребят, сколько не считали, у кого-то 5, у кого-то 7, но 10 там вообще не пахнет, блядь. Если они просто символ не могут сделать, чтобы было 10%. Напиши по крипорте, объяснят, как они считают. Об этой хуйне знаешь, сколько уже где-то известно. Не знаю, только я закидывал по удару бакрепорта, мне там вплоть до формулы расписывали, что и как. Это, конечно, круто, но впадло бакрепорт кидать, блоков не работает немножко выше. Что поделать? Блять, убили, за что? Ну уж молчу, когда там типа с Сенхами прикол, блять, ПП начался, там столько тестили, блять, нахуй дни это все. Чувак просто манекен, чтобы понимал, долбил по 3 часа. С разными билдами, с разными символами, с разными пушками. Каждый раз по 3 часа, блядь. Он просто автоатака стоял, 3 часа хуярил. Потом высчитывал формулу, выписывал на каждый отдельный по 3 часа эти формулы, блядь, и потом скидывал. И в итоге там только единственный раз у меня получилось, где-то примерно как раз 15 и вышел, блядь, который там был. Там. Просто вдумайтесь, что делал Тенхи, чтобы быть полезными. Рит, ты какие-то сложные вещи говоришь. Чтоб ты понимал, у локов стаки обратного потока от ливня не снимаются. Если ты знаешь, что я говорю, ты понимаешь, что... Даже это простейшее поломано, типа. А эта фигня с каражаном сломалась. Как каражан гир вышел, тогда и обратный поток понятно. Что у меня было? Вроде нормально работало, вот последнюю неделю только такая. О, нет, давно. Как-то точно вот весь каражан гир, как начали этот, я начал замечать, когда трэш чистили. Ну а вам это в плюс пошло или в минус? В минус, конечно. Точно в минус, ПВЕ минус, блядь. Урона твой. Ну всего-то АУЕ, а у нас весь демаг. Вы никогда особо сильными не были, если честно. А, ну-ка, молчать. Рыбу хавать. Так. Блять, подлагивает, конечно. Ну ладно, похуй. Серый, заберешь тогда короля Гигера. Войд, заберешь череп. Ванька, будешь с него там... Агрить стаки, чтоб он снял, ну и собирать собак. Okay. Блять, кто метки? Я не знаю, типа, двух собак надо побанить. Но мне неудобно будет метки ставить оттуда, скорее всего. Хотя. Блять, хуй его знает, короче. Надо, чтобы кто-то метки поставил собак. Кто я буду ставить метки? Синк Натя, короче. И то, синк. Поставишь метку для спейси, и одну собаку сам забанишь целую. И метку для спейси поставишь, чтоб он ее банил. Звездочку там. Мне надо перезайти. И смотрите, чтоб они с бана не вышли. Как подзрыв коста. Это важно.
Одну собаку главное убивать, в принципе. Тогда. И можно будет по боссу играть. Полно. А остальные стоим там в крестике плюс-минус. И как его? И выносим живую бомбу обязательно. Что? Шаманы тотемы от рейда нахуй в сторону. Да, шаманы в сторону тотемы ставьте. Какие метки свободны? Звезда свободная, ромбик свободный. Что там еще? Все, звезда и ромб свободны. А, квадрат еще свободный. Звезда, ромб, квадрат свободный, остальные сезон. Давай серщину пылбав поехали. Серый киглера короля. Войд, череп, и Ваня там ретаунтишь и забираешь одну собаку. Одну собаку главное забирай, короче. Две в бан будет, одна пускай там волоебится. Одну собаку милить убивать, и дальше босс. Вот когда череп открывается. Все, поехали. Отчет дает. Не вливайтесь, главное. На, и сразу не вливайтесь, вообще не дамажьте. Я скажу, когда бить, поехали. Ждите, пока не бейте. Ой. Поехали по киглеру. По киглеру по чуть-чуть. Без АОЕ там старайтесь только. Ауру коня можно поменять еще. Да, ауру коня уже был право. Блин. Все, стопнули. Какие гиллеры стопнули. Теперь меня еще убить. Гиллера дальше убьем. Сейчас максимально может убить. Только смотрите за агро аккуратно. Не, милики не надо. Хотя Кьюсикью и кто там? Кьюсикью и Донзак бейте, остальные не надо. Спейси тогда КС держи, но... И КС держи, да, Спейси. На всех, кто открывается. Сейчас стопнули, покикнули. Он открылся по уму, поехали, одну собаку отведи, две забаньте. Геру дали, фулл ДПС. Кисера, дал стерильный. Я звезду забаню. Ты своего держи тогда, таргете. Еще две живых выходишь. Одну, главное, убейте. Ну так одну, блядь, убейте, ёбаный в рот. Я знаю, блядь. Одна, две в бане, одна не убивается и одна убивается, блядь. Слушай, когда я говорю, пожалуйста. Все, бейте босса. Две в бане и одна похуй. Звездочку бан. Звездочку, да. Не проебите с баном, пожалуйста, не проебите. Я дам айсбан. Еще одна пропала. Дал айсбан.
Хорош. А, они пропали сами, бейте. Короче. Кроша бейте. Кроша бейте, да похуй, кроша бейте, крест. Так их съедают, типа, но урон не носит. Так, Грек, дай гимнома, но тау тотем. Блять, меня миссануло, сука. Ебаный миссанул. Колледж гим, рит тотем. Масса икра и эмма на огонь быстрее. Клю, проснись, блядь. Сейчас умру нахуй. Ну, блядь, ну вы смотрите за игру, ребят, пожалуйста. Ну, ёбаный ты в рот, нахуй. Я звезду забанил себе, выбери любую, какую-то другую. Под боссом, по крайней мере. Разбань нету, забери под боссом. Ужас, блядь. Ну это хуёво, как им теперь каст кикать нахуй? Это ж крош. Не понимаю, блядь, вас, блядь. Добейте, блядь, которое одно. Косту. И Олма дальше бейте. Всё, Олма, поиграйте. Две в бань. Да, мы избавим. Да. Крош открылся, по кросс играть. Сколько там у Олма хп осталось? 4 должен добить. Блять. Бомбы выносить не давайте. Глю, готовься ЭМА нажимать на огонь и сокру, блять. Отдай Гарзи огонь. Сокру по откату сразу давай. Давай, сокру. Эма на огонь жми. Гарз. Прохил, прохил. Олма бейте. Все, все по Олму. Забили на стабак, тут по Олму хуярьте. Все по Олму. Максимум ДПС. Дал достерю и похисели. Добивать. КВС опять улетел. Давайте лома быстрее. Декурс. Декурс быстрее, да, декурси. Забери с меня, Ваня, слепоглаза и избивай мой костры, нахуй. Отведи его просто. Давай короля, сначала его заберу. Крош. Отойди от кроша, отведи его, пускай там по крошу играйте. У меня сейчас что-то же биткости не хватает. Помоги, как забивать? Нет, два места прошло. Один раз потом я салом закрыл, один раз не успел, проебал. Ну, точнее, салка это было. Один раз сильно. Че ты будет? Забирай, забирай. Давай, если так рублю быстрее, ЕМА на гольд вмите. К
Хорош, опять открылся. Настя, забери огонь. Отдай Насте. Дальше хорошо. Князь Баунтона. Костоязычие не забывайте. Блять, каз бить то будет. Каз бить я проебался. Место Юрина. Сколько так дышится? Всё. Всё, порядок. Не знаю. Я ману гоню, жми нас. Да, он избаун. Слепоглаз открылся. Слепоглаза бить. Хисера можешь бить еще. Только аккуратно, смотрите там. Стойте с правой стороны. Хисера можешь бить слепоглаз. Данзек тоже можешь бить. Вдвоем бейте, короче. Если бодов и городов. Только это, Хисера, в левую сторону не дергайся, то тебе, блядь, пиропластом ебали. Так, хочу череду нажать. Не жми, потому что откиснешь. На, он тебе лучше истерию ебашит. Когда решилось как-то. Знаешь, Хисера, ну, конечно, это классно, но я лишён других благ человечества. Ой, блядь, Хисера, нахуй. А я подфайн, да, я подфайн там, я не умру. Кстати, заметил, кто я? Ты ёбнутый? Захотелось попробовать. Топните. Кроша, открылся, Кроша, РДД, добивайте быстрее. Добили Кроша, 23% всего лишь. Чё там по гимнам? Давай гимн Грек и Таут АТМ. Сдал. Таут АТМ. Холиш гим, рит тотем. Всех мана бонус. Добивайте, больше добавили ДПС, а чего вы еле бьете тут крест нахуй ебучий? Хисера, останься, позбивай косты, блять. Исцеление обычное, чтоб он не хилил этого крош. Вообще. Крошу косты позбивай. Далась баунт, эма на огонь жми, Настя. Блять, подлагала, сука. Блять, не добили нахуй. Слабый РДД, нахуй. Киллер, ради тебе. Все милики, только КС вешай. И от сокрушающей молнии отходить. КС сокрушающая молния, 8 метров от босса. Милики отменяйте. Бежаем. Смотрите сами там, кто сдохнет, получите минус. У моба тупо блоки, блоки вылетают, Карл. Нормально. Скажешь, если там не станешь, я салом, если что, собью класс. Это норм пока. Ну я стою тут, обычно не в КД. Сейчас исцеление собью еще. Да ты бы лучше слеп этого киллера был у меня. Если закрою. Да ладно. Все, стопнули, киглера не бьем, стопнули. Киглера. А дальше киглера бьем, добивайте, милик. Иди добивай, Хисера. Гера не надо давать. Дадим на слепоглазый кровь. Триксы! Давай сюда. КД триксы, блядь. Ты руина, пиздец, чел. Как КД-то? Даю. Ца, блядь, заебало нахуй. Чё у нас там, по-моему, не? Альфредес, дай Иннер по Глю. Вой, дай, а не, Чуава, дай Иннер по Тау. Хоть бы не крош. Открой, один хуй кроша добивать там.
например, я там уже ебнулся. Слепоглазы бейте. Данзе, Кисера бейте, слепоглазы, Геру, давайте. Фулл ДПС, знаете, Хисера. Хисеру держите по ХП и Данзека только. Догни на силе. Дайте зубы. На следующий раз не будет. Фейсбаун дам, да. Под конец кассы бейте. Что я с новым собой. Все, стопнулись. Крошу добивайте, ладно. И потом стрим чилим. Стоим, ждем 45 секунд. Гоблин такой интересный. А скиньте ДПС по союзникам, мне любопытно стало. Это нас так-то хуярил, так жестко все время стоял. Че я за тебя скажу? Глю, но это на его... А как это я тупо... А, ну заебись, я нахуярил по финдам, смотрите, как охуенно. Тупо, блядь, в танке по финдам пристовским. Убил все пристовские финды. Грека, Азерон и Холишит. По Азероне 76 тысяч финде ебанул. Шепард по вам хуярил, видимо. Либо Глю нахуй. Грек сотку. Ну и так далее. Я вон уничтожитель этих... Как его, блядь? Финт нахуй пристовских. Я думал, слепоглазным не лезут. Хрисара бесит, как будто слепоглазным. Ну, блядь, типа, понимаешь, я не могу отойти настолько, чтобы она не доставала. Босс, ну, типа... Тем более, агро... Чтобы у меня агро сорвался, вот эти. Поэтому, да... Это такая хуйня. Все, пускай его и там танчит, в принципе, этого кармина. Добивать слепоглазый, по которому поехал. Короля, поехали. Стоп, милики съебали, сейчас фаробласт будет. Отошли, хибой хисера, блядь, повезло тебе нахуй. Я вижу каст, я не бездарь. Тоя выйди, на тебе хуйня. Тоя по всем миликам бахну. Ничего нахуй. Да. Ничего нахуй, ты сейчас по всем миликам ебал. Ты в курсе? Нормально. Ебать там у пристов аут ДПС идет нереальный чисто. Я тебя триксую весь бой, блядь. Но как же мне похуй. Боже. Просто ноль шансов. Ты посмотри потом оптайм триксов моих, блядь. Я видел одни триксы, когда моб закрыт. Милики отошли, чё сорблаз был? Я не успел тогда. Отменить. Идите бейте. Мирай, ты, блядь, ещё в Долоран нахуй беги, блядь. Ебать нахуй пиздец. Убежал нахуй. Ещё бы демона, знаешь, и МК. И ПС. Ой. ПС кидай, его не гони. Ну и у тебя игра крашит, ты ещё вход и говоришь, ребят, давайте я вас верю. Ты смотри, это... Да не, у меня не... нормальный компьютактор. Сирус говно. Сирусу похуй на твой компьютактор, блядь. Ну, сори, у меня никогда не проблем не было с Сирусом. Скоро начнутся. Там уже не я виноват. Сори. Там уже солнцеликий, блядь. Так, тьма, это лог. Просто бейте босса. Где триксы? Ты далеко, да, обоёб?
Да иди ко мне, блядь, ты не ДПСишь. Похуй. Не, ну, я сейчас в РНЖ? А. Ну я да, нормально. Что-то горный не юзает. Не юзаю, все не пиздец. Тебя, наверное, просто не показывают. Не, у меня время бафа 2 секунды было. Ну не пропал же. Что быть 102. Синг 10 тысяч воды, я триксы вот этот символ беру в кару. Милики отбежали, сейчас промазали. Отошли, отошли. Еще идите бить. Не, мне на самом деле гоблин охуенен, только если вместо его прыжка был бы эридарский блинк, вот это вообще бомба была бы. Он будет сейчас откиснет, блядь. Не уронить его. Да босс откис уже. О, доля ГЦ со шлемом. Хорошо. Боже, я могу сразу его забрать? Да, кстати, Дольно, я сделаю так, и специально тебе сразу шлем отдать. Хорошо, это уже шестой или пятый? Хорошо. Чё, понеслась? Раньше позитрон всегда эти шлемы получал, но ты его не знаешь, теперь ты замена ему. Я не могу быть заменой, я не заменяем. Понял. Заменитель, Доля, смирись с этим. Так, я бы, кстати, дробяху взял бы на сметкость, заебись, то, что мне надо, блядь. Тащи хистеру на ЕП, наебал. То, что так можешь шить. Ебать, рассосались. Забегайте бежу направо, Тимон, дайте там по кому-нибудь. Блядь, я умер. Диван? Я тут это в инвизе, если нет дивана. Там на мойчике диван. Там синк еще умирает. Стойте. Все, давайте. Стой, блядь, близко даешь, Альфредос. Вот, где Хисера, стой. Вот, вот где Хисера. Остановись, еще назад дай. И дай ему срез там, по той стороне. Стой, Альфредос, не надо кастить, не по всем достанет. Хисера, давай ему срез, вот по ближайшему. Там только единственное, что, наверное, до Редиги не достанет, а может и достанет. Достало нормально. Все, побежали в ту сторону. Так, что у нас сейчас будет, получается? Войд, руки закрываешь. Ванька тоже руки закрывает. Ну, Ваня, с правой стороны сзади будешь закрывать. Войд по центру сзади. Под ебалом синк. За что? Спейси. Нет. Блять, спейси опасно. А, у нас чувак есть какой нахуй спейси. Зеро достать. Все. Первая, вторая пати под ебалом будет находиться. Синт, не выстраивайся, потом как-нибудь. Шкаф поставьте, чтобы он там на стене не лежал. Волоска. А как кот въебало будет бить? Бегать туда сюда? Лапками. Что, давайте трэш? Фулбав дайте. Да точно, погнали, трэш тут убьем. Мирай, первый успеваешь каз везде, Шепард второй. Хисера первый, печеньки. Этот QCQ второй.
И эфиры сразу диспельтесь, пожалуйста. Грег, займись этим делом. Печеньки, кто-то еще кас подбивайте. Ой, подбивай печеньки, второй. Вот типа подлагал. Чек завис. Отлагал. Где стал? Как правильно, баракас или баракас? Касы.